Разные совершенно игры. Вчера не смогли никакого сопротивления оказать. Конечно, мы разбираемся еще, потому что такие игры невозможно в плей-офф играть. И что-то не получалось, не было угрозы, вялые, кволые были. Ну, конечно, мы и в себе копаемся по тем нагрузкам, которые мы даем ребятам. Ну, поговорив и вчера, и сегодня, мы с утра сделали ряд таких установок, которые все-таки позволяют нам играть с этой командой. Сегодня, да, вышла совсем другая команда. С таким соперником, как «Орлан», нужно играть очень мобильно, постоянно загружать. Команда возрастная, поэтому ждать ошибки соперников. Ну, в принципе, так и получилось, что мы забили 2 гола сегодня. Один не засчитали, но судим видней. Очень рад, что так получилось, и болельщики ждали так долго этого гола. Вчера ситуация с Зубрицким, что-то ясно? Что пока мениск у нас там под вопросом. Сейчас выходные, в понедельник, думаю, будет все известно. Уважаемые болельщики, очень приятно видеть полные трибуны. Спасибо за поддержку. Я думаю, что мы обязательно вас еще раз порадуем. Спасибо.